прикрыто. Трактор косай катается. Поэтому сейчас на участке при деревне. А вот основные участки, они вот там. Вот там. Через холмик и вниз. Вот. Здесь, чтобы как-то жить. Их, конечно, работы очень много. Прям безумно много. Там соседи у козочки гуляют. О, соседи у нас 35-го года рождения. Ну, вот так по-простому сейчас пока что. Готовили, ребята, пока нас не было. Ну, понятно, чего еще пытаться. Это я могу дошираками. Что это был за звук? Бежали! Сейчас они вот там побегут. Да, да, да. Все, уже убежали, не вижу. У меня против света. Все. Находится все больше и больше каких-то разных всяких вещей. Так, они грамоты не выбросили никуда. То я им. Я никуда не выбросила. Ух ты, даже мой кофе остался. Все грамоты на месте. И вот я здесь уже типа обживаю. Свое понавозила. А Жорик здесь как оберег. Работает. Подрабатывает. Ой. Нежнее надо быть, нежнее. Здесь вся веранда покосилась. Настолько покосилась, что вот сюда уже не выйти. Тимур, ты там шаришься? Нет. Нет? Дымовой. Дымовой? Дымовой. И пылевой. Пылесборник, что ли? Куда пошел? А это мисочки для зайцев. Так. Ой. 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 Тут они даже как-то умудрились прицеп добыть у местных. Сейчас пойдем, посмотрим, что там. Над нами линия электропередач. Какая прелесть. Вот. И вот там. Дом. Это вот маленький участочек, с которого мы начнем освоение этой земли. Юра, скажи что-нибудь. Привет всем, кто нас увидит. Кто нас увидит. Так, ну ладно, давай продолжим. Интервью, интервью, Эльдар. Интервью. Интервью. Скажи шлепанцы. Да. Гнилые деревья. Борода есть. Сейчас я тебе помогу. Все. Давай, Эльдар, давай. Давай. Ты сможешь? Я помогаю. Не падать. Держитесь. Вперед. Вы сможете? Крепитесь. Да. Интернет ловим. Нас атаковала армия гусей и уток. Я тебе говорил, Кристи. А? Купить сосиски не проще. Да, надо было сосиски купить. Ну и вот тебе. Ты чё? Эй, ты чё? Чё? Залезь туда, поговорим. Слезай, поговорим. Надержи. Так, лестницу надо убрать поскорее.
Так, что-то осталось за кадром. Вот соседи ходят, едят за работами. Надо будет сказать, что в наказание. Наказание за мою моральную поддержку. Что ты делаешь? Где могу успокоиться? Вертикально? Горизонтально. Я тебе поставила и запустила видео. Там либо ты, либо траншейка. Во. Там есть отдалить. Давай. Ты прервал мою речь. Как ты мог так поступить? Что ты снимаешь мои косяки? Где комментарии? Ну давай, комментируй. Что, почему? Я и копаю, я и комментирую. И ты и копай, и комментируй, и все остальное. Слушай, здесь уже такой грунт потвержден. О, сейчас я вот здесь попаду. Да, тут глина пошла. Все, можешь заканчивать видео. Выключи, выключи, вырубай. Че, че? Все? Выруби. Я тебе помогаю, я морально с тобой. Где-то я слышала. Я могу заявить на авторское право завтра? Поле внезапно стало белым. Вот это на самом деле Тимур. Он почему-то ушел в поле. А это вот просто улицы. Они темные. Все, пойдем. Не свети только кого-то. А вот и утро. Какая же скрипучая там мебель. Это жуть какая-то. Я, конечно, на дном матрасе спала, но я на нем замерзла. Соседи пошли собак выгуливать. Ребята. Мне, кстати, наш канал нашли. Эльдар! Одиночество, сволочь. Ты что, видео снимаешь? Да. Ты стоял, махаю, блин.